Вітаю, це програма «Коментарі». Сьогодні по них звертаюся до голови наглядової ради громадської спілки «Фундація Схід-Захід» Олександра Абрамова. І будемо говорити про рейтинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 рік, оприлюднений Кабміном України. Рада вітати вас, пане Олександре. Для вас, напевно, це також не новина, що Харківщина на чолі з губернатором Юлією Світличною вже третій рік. От тут не новина, тому що і не вперше у нас вже це така напрацьована традиція, тенденція спостерігається. Отже, третій рік поспіль очолюємо рейтинг соціально-економічного розвитку регіонів. Харківщина серед інших областей посідає першу сходинку і другу після столиці, після Києва. Для Харківської області, на вашу думку, це феномен чи закономірність? І на які висновки вас наштовхує, наводить ця інформація, цей черговий рейтинг? Добрый день, во-первых. Спасибо большое за очередное приглашение к вам в студию. Для меня лично это закономерный результат. По той простой причине, что ничего не происходит только там, где никто ничего не делает. Я имею возможность наблюдать в небольшой части работу государственной областной администрации, видеть результаты. И я для себя очень четко понимаю, что это закономерный результат. Ну и плюс тяжесть побед в прошлых годах, она, конечно же, давит на плечи и не дает нашей области, нашему руководству права быть немного хуже в следующем году, чем в предыдущем. Поэтому я считаю, что данный результат глубоко закономерен, если уже без шуток, потому что работа происходит в области колоссальная. И что особенно мне нравится, что мне особенно импонирует, это не избирательная работа по каким-то направлениям, которых мы традиционно сильны. Да, Харьковская область третий год подряд занимает первое место среди всех областей по доступности и качеству образования. Ну, Харьков город студенческий, поэтому нам как бы легко побеждать в этой номинации. Мне нравится то, что там, где мы в прошлом году, может быть, были не особенно сильны, мы делаем просто огромные шаги вперед, и это показывает нелинейность усилий руководства области, руководителей всех районов, руководителей ТГ Харьковской области, в том, чтобы наша область оставалась локомотивом развития целой Украины. Гадаю, доречно, трошки, можливо, про головне, пояснити, як складається цей рейтинг, які показники беруться за основу. Це 62 показники, об'єднують вони 12 напрямків. Як взагалі проводиться ця робота, ця аналітика, цей моніторинг? Для того, щоб це об'яснити, треба чуть-чуть копнути поглубже. Вопрос в тому, що є закон України, він був прийнятий в 2015 році, який регламентував цим законом розвиття регіонів України. На основі цього закону була розроблена програма, ціла програма розвитку Украины 2015 до 2020 года. Каждая область получила, грубо говоря, руководство к действию. Была учтена каждая сильная сторона при разработке этой программы каждой области Украины. Были в связи с этими наработками, в связи с самыми сильными сторонами, были поставлены перед областями задачи развития постепенно, каждого года. И в каждой области, если вы зайдете на сайт государственной администрации любого региона Украины, есть документ, он находится в абсолютно открытом доступе, который называется «План развития, в нашем случае, Харьковской области до 2020 года». В этом плане детально расписаны все шаги, все усилия, все направления, по которым Харьковская область должна выполнять поставленные перед ней задачи. И вот на основании мониторинга выполнения вот этих задач по, как вы совершенно верно заметили, 62 позициям, 12 направлениям, 62 позиции только в этом году, в предыдущих годах было 64, делается анализ выполненных задач. Справились с ними области или не справились. И суммарная цифра определяет место области в этом общеукраинском рейтинге. Тобто, серйозна аналітична робота проводиться за кожною з областей, береться цей план саме соціально-економічного розвитку кожного регіону. Тобто,
Але, напевно, також ви визначили, вже наголосили на тому, що певні такі напрямки є для нас традиційно виграшними, це як освіта, адже маємо таку базу доволі ґрунтовну. Так. Що ще в цьому плані соціально-економічного розвитку є нашим таким от пріоритетом і вже маємо для цього базу якусь, але ви наголосили на тому, що не тільки на цих акцентах розвивається область. Які ви можете підкреслити, що з'явилося таке нове, що не було традиційним ще 5 років тому для нашої області, але от з'явилася ця новація і сьогодні вона нам дозволяє досягати такого успіху? Ну, вопрос в том, что, опять же таки, возвращаюсь к своему определению, вот рассматривать по секторам, если взять отдельный сектор, например, образование, да, и вложить, приложить все усилия для того, чтобы держать твердо первое место в этом направлении, это сейчас в наше время абсолютно неправильно. Вопрос в том, что все процессы, которые происходят в области и автоматически в государстве, они очень взаимосвязаны друг с другом. Вот смотрите, у нас первое место среди всех областей по образованию. На втором месте это развитие малого и среднего предпринимательства, возобновляемая энергетика и энергоэффективность, социальная защита и безопасность. Но при этом всем мы сделали огромный шаг вперед по сравнению с прошлым годом, например, в привлечении инвестиций. А ведь это вещи взаимосвязаны, развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, и мы также второй регион в Украине по уровню занятости населения. Инвестиции приходят, создаются рабочие места, соответственно, люди получают работу, соответственно, у нас высокий процент занятости. Сплачиваются податки, что позволяет также развивать какие-то гуманитарные напрямки, это там не только социальную. Совершенно верно, социальные не только гуманитарные. У нас мы с 13 места в 2017 году, с 13 места, по темпам роста объема принятого в эксплуатацию жилья переместились на третье. А жилье строится за выплаченные государством налоги. То есть это неразрывная связь между инвестициями, между наличием работы, между уплатой налогов и между строительством, например. Развитие малого и среднего бизнеса. У нас много очень интересных появляется направлений именно для малого и среднего бизнеса. Например, вот те же энергоэффективности. Но не всем же строить огромные солнечные или ветряные электростанции, правильно? Мы видим на Западе, в Европе огромное количество примеров, когда небольшие вложения, ну, для примера, если говорить в абсолютных цифрах, то построить, например, солнечную станцию один, мощностью в 1 мегаватт, нужно вложение примерно 1 миллион евро. Малый и средний бизнес не может себе позволить таких вложений, но при этом есть возможность делать какие-то небольшие проекты, но которые связаны с солнечной или ветровой или другой альтернативной энергетикой. Щодо от коментарів, хотілося б від вас отримати соціальний захист і безпека. Знаю, що ви як громадський активіст не в останню чергу опікуєтеся саме от питаннями соціального захисту, вирішенням якихось гуманітарних таких проблем, ну, на рівні волонтерства, на рівні власної якоїсь діяльності, залучення там міжнародної підтримки. От тут також у нас дуже високі показники. Досягли, продемонструвала Харківщина відчутний прогрес. Як ви тут пояснити, на які акценти зробити, звернете увагу, що саме зроблено, що дозволило тут от нам так прорватися і подолати власні якісь попередні показники? Ну, тут дозволю собі розділити лаври побідителя між, опять же таки, обласним руководством і волонтерами, давайте так назовем, да, общественными организациями. Почему областное руководство? Потому что вот совершенно недавно мы все были свидетелями того, как Европейский инвестиционный банк принимал, так сказать, торжественно работу, которая была выполнена областной администрацией. Я говорю сейчас об отремонтированных больницах. Областной больнице еще 6 медицинских объектов было отремонтировано совместно за деньги бюджета области и Европейского инвестиционного банка. Это прежде всего заслуга, опять же таки, областной администрации и их умению общаться с иностранными инвесторами. Потому что очень распространена, это может быть мало кто знает, очень распространена практика, в
частности, в Харьковской области, когда договор заключается не двухсторонний, например, между инвестором и исполнителем, подрядчиком, каким-нибудь заводом, а трехсторонний. Всегда третьей стороной выступает государственная областная администрация в качестве гаранта сохранности денег и целевого использования. Ни для кого не секрет, все это неоднократно слышали, что все представители финансовых европейских структур персонально благодарят руководителя области Юлию Александровну Светличную за профессионализм в работе. Это так оно и есть. Они очень доверяют Юлии Александровне и уверены, что их деньги пойдут по назначению. Руководитель Европейского инвестиционного банка открыто сказал, что если бы они не увидели такие результаты работы, они бы никогда не выделили такие суммы. Это с одной стороны. Ну и с другой стороны, волонтеры. Я уже тоже в этой студии говорил на одной из встреч наших, что областная администрация также выступает гарантом в работе волонтеров с иностранными инвестициями. У нас, в нашей организации, большой опыт работы с различными иностранными консульствами, посольствами, финансовыми установами. И все они, на 90%, они просят, чтобы мы могли предоставить государственную поддержку, гарантию. Обыкновенно гарантийное письмо во многом их успокаивает и делает наши шансы гораздо больше. Областная администрация никогда никому не отказала. И иностранные инвесторы становятся смелее, волонтеры становятся смелее. Поэтому больше денег поступает в распоряжение, делается больше дел. Поэтому наша область лидер в социальной защите, конечно. Починали розмову з того, що третій рік поспіль Харківщина посідає саме першу сходинку, і третій рік Харківську обласну державну адміністрацію очолює Юлія Світлична, яка, до речі, там в окремих якихось рейтингах, як особистість, також посідає перші сходинки. Чи обумовлені, на вашу думку, ці от факти? По роду своєї діяльності мені приходиться общатися з дуже великим кількістю сотрудників, и руководителей различных направлений областной государственной администрации. Я общаюсь с ними на предмет того, чтобы описывать их деятельность. Потому что, к сожалению, немногие люди в Харьковской области и вообще в Украине знают и понимают важность правильного менеджмента области, правильного менеджмента государства. Потому что каждый на своем месте должен делать работу хорошо. Но если у нас не будет руководителя грамотного, то все наши усилия могут пойти не туда или быть недостаточными для достижения позитивного результата. Общаясь с многими людьми в обладминистрации, все отмечают одно. Все отмечают колоссальную работоспособность Юлии Светличной. Просто колоссально. Вот я общаюсь со взрослыми, серьезными, ответственными руководителями. И они мне в личных беседах очень часто говорят, что они просто удивляются, как можно там в 7 утра уже быть на работе, поехать на личный прием граждан в какой-нибудь район Харьковской области, после личного приема проехать проинспектировать несколько участков ремонтируемой дороги или ремонтируемого моста, затем поехать на открытие какого-нибудь очередного социального объекта, будь то дом культуры, будь то просто больница. Просто встречи с международными партнерами. Да, так а вечером, например, на колеса и уехать, либо улететь в какое-нибудь соседнее государство на очередную встречу международную и приехать оттуда с партнерами. Простой секрет. Просто нужно хорошо делать свое дело. И такой вот людский действительно приклад. Повертаючись к показникам рейтингу, і ви про це говорили, і бачимо, що Харківщина багато на яких позиціях вже не тільки не просто там конкурує з іншими областями, там поза конкуренція, але значно покращує власні показники і переміщується зі сходинок, скажімо, там з 11-ї сходинки на 4-ту за фінансовою самодостатністю. З 16-го місця в 17-му році на 7-му сходинку перебралися ми за рівнем інвестиційно-інноваційного розвитку
розвитку та зовнішньоекономічної співпраці. Що це? Якщо ми говоримо, що всі ці показники, вони спираються на план соціально-економічного розвитку, тобто тут йдеться про такий от безмежний потенціал Харківської області чи про перфекціонізм? Тобто ми долаємо свої досягнення, ставимо рекорди, вже б'ємо власні рекорди. Це безмежний потенціал нашого регіону чи перфекціонізм менеджменту і тієї команди, яка сьогодні очолює область? Тут, наверное, і то, потому что предела хорошему нет. И предела возможностям человека, а уже области тем более нет. Ну и, конечно же, перфекционизм команды, потому что, ну, 3 года подряд это уже обязывает тебя быть, оставаться чемпионом и дальше. Тем более, когда, ну, если условно ты находишься, не знаю, кто там находится, на 11-м, 12-м месте или там на 18-м месте, ты переместился с 18-го на 16-е, это хорошо, да, но не так заметно. Но если ты с 1-го опустился на 5-е или на 7-е, то победителя, чемпиона всегда рассматривают с особенным пристальным вниманием и всегда пытаются выискать какие-то негаразды. Вот. Поэтому никто не позволяет себе расслабляться, каждый день трудовой напряженный, масса вопросов решается, и вот набрали темп, и что хорошо, ведь по нашей области теперь равняется вся Украина. Мы являемся локомотивом этого государства. А учитывая, что Харьковская область самая большая в Украине, даже если говорить о ремонтах дорог, да, у нас самая большая протяженность дорог в Украине, у нас 9360 километров дорог, у нас масса социальных объектов, у нас несколько ОТГ, то мы показываем всем, что на самом деле Украина может и должна процветать, расти вперед, идти вперед семимильными шагами и не мерить там через 50 лет или через 70 лет мы догоним Польшу. Мы можем все это сделать гораздо быстрее. Мир движется быстрее. В Харківській обласній адміністрації також говорять, що от вдається нам перевиконувати плани соціально-економічного розвитку регіону, про який говоримо, на який спирається і уряд, складаючи ці рейтинги. От, зокрема, Андрій Колас, директор департаменту економічних і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації, от на нещодавній колегії доповідав, що сьогодні в Харківщині перевиконано план фінансування будівництва, ремонту соціальних об'єктів на не сьогодні, в 18-му році, на 200%, тобто виконано. Чуть-чуть більше, там 204. 204. Як це стає можливим і, можливо, ну не знаю, звикли, знаєте, виконаємо і перевиконаємо план, це як у нас асоціації певні є. На сьогодні про що це йдеться вже, якщо без гумору? Перевиконання цього плану, до чого призводить, як це мають і відчувають сьогодні пересічні мешканці області? І що це перевиконання неформальне, а воно існує і відчувається в житті кожного з мешканців області? Ну, формально перевиконати на 200% буде дуже трудно. Формально можна перевиконати на 10%, на 15%. Ну, коли річ йде о більше, ніж о 200%, тут уже о формальності говорити не приходиться. Почему так происходит? Опять же таки, секрет очень прост. Есть цель, которую поставило перед собой руководство области. Эту цель поддерживают все коллективы, которые отвечают за это, которые работают, прилагают максимум усилий. У нас каждую неделю в Харьковской области происходит 1, 2, а то и 3 встречи с иностранными делегациями. У нас каждую неделю происходят встречи формата B2B, бизнес с бизнесом. У нас на каждой встрече озвучиваются цифры, где мы увеличим, ну вот далеко не будем ходить, совершенно недавно был посол Италии в гостях. Встречался здесь с Юлией Александровной Светличной. Мы за прошлый год увеличили товарооборот и финансовый оборот с Италией на Харьковской области на 20%. И это Италия, и это Евросоюз, и это Европа, и это неприграничное с нами государство. Но, тем не менее, несколько авиарейсов запустили Харьков-Милан, на 20% увеличили оборот, и европейцы видят ответственность, видят качество работы,
видит защищенность своих финансовых инвестиций в Харьковский регион. И на той же встрече посол объявил, что в Италии сформирован фонд с огромной суммой, запланирована огромная сумма инвестиций в этот фонд, 5 миллиардов евро, конкретно для работы с Украиной. Я думаю, что это не одноразово, естественно, там поступит фонд, наверное, это будет как какой-то период, но эта сумма запланирована, и я думаю, что очень значительная часть от этих инвестиций придет в Харьковскую область, потому что, в отличие от, я не знаю, как там в других областях, но в нашем регионе посол уже приезжает 5-й раз. Наверное, ему тут что-то понравилось, что-то его зацепило. Поэтому, опять же таки, инвестиции. Инвестиции сюда идут. Об этом тоже есть показатели, есть конкретные цифры, сколько прямых инвестиций зашло в Харьковскую область. В основном иностранцы предлагают софинансирование. Таким образом, они тоже себя защищают, свои финансовые вложения в Харьковскую область. Финансирование обычно идет в процентном соотношении 20 на 80, где 20% являются бюджетные средства Украины, либо области. И 80% это кредиты Евросоюза с очень европейскими процентами. Вот эта работа и позволяет привлекать больше средств для того, чтобы перевыполнять планы на 100 и даже 200%. Про те, як впливають авторитетність адміністрації, зокрема голови області, на от такі от зовнішні взаємини, на зовнішню економічну діяльність, ось зараз ви розповіли, і це виглядає доволі логічним, що є і от такі рейтинги є запорукою подальшої такої співпраці. Чи є цей рейтинг запорукою того, що от яким буде розвиток внутрішньої політики? Сьогодні такий от момент, і певно відчуваємо невизначеність, можливо, чекаємо якихось кадрових змін, рішення новообраного президента. Як, на вашу думку, повпливає на формування от такої внутрішньої політики, показники Харківської області, на формування там кадрові рішення на рівні області? Все залежить від того, с какими настроениями, с какими желаниями и с какими целями действительно пришел новый президент со своей командой. Если они будут делать то, что они декларировали в процессе предвыборной агитации, предвыборной гонки, то Украина как минимум не проиграет. Если перед ними стоят какие-то другие цели и задачи, или они подменяются, то возникает как раз вот ситуация невызначенности. Что будет, как будет. Очень много таких, знаете, уже опросов в прессе существует в Харьковской области, в интернет-пространстве, всяких статей, которые, знаете, с броскими заголовками, почему не уходит Светличная, или там, когда уйдет Светличная, или какой-нибудь очередной опрос с возможными кандидатурами, за кого бы харьковчане проголосовали на место Светличной. Но это все информационные вбросы, и они раскачивают лодку. Если команда президента настроена выполнять все то, что они пообещали, то я так себе думаю, убирать по каким-то причин, чтобы призначать менять якогось іншого губернатора на Харківщині, на вашу думку? Менять лидера губернатора всей Украины из-за каких-то политических амбиций, ну, наверное, это будет, тогда это чистая политика. Если мы говорим об экономике Украины, если мы говорим о том, чтобы Украина стала в будущем полноценным членом Европейского Союза, и как задекларировано уже в законах, мы стремимся в НАТО, мы стремимся в ЕС, то я лично причин для смены руководства области не вижу абсолютно никаких. Чому же такі зміни, якщо вони будуть якось впливати на ті показники, які ось на цю тенденцію, яка була от, ну, визначилась впродовж цих 3 років? Чи є ризики, що зміниться щось? Сломати можна все при желанні. При желании сломать можно все, но Харьковская область набрала таких темпов развития, такой скорости
работы такого качества, что чтобы это изменить или ухудшить, нужно либо постараться, либо даже если вообще ничего не делать, то это будет вот, знаете, эффект, все равно будет эффект инерции. Все равно Харківська область буде впереді, по многим показателям буде йти вперед. Але за інерцію, напевно, розвиватиметься не так динамічно. Хотілося все-таки, щоб динаміка та ця зберіглася. І... Інерція буде затухати в будь-якому випадку. Це якщо нічого не робити. Тобто потужна така якась сила, мотивація і якийсь такий механізм, який рухає область, розвиває. На сьогодні все-таки хочеться вірити, що він от залишається і дозволить зберегти динаміку розвитку і дозволить Харківщині залишатися першою ще багато років. Дуже дякую. Це буде правильне, трезве і економічно обосноване рішення. Якщо у нас все залишиться статус-кво, якщо у нас все залишиться на своїх місцях, і руководство області буде також с тем же качеством, с той же скоростью, с тем же упорством выполнять свои рабочие обязанности и вести Харьков, всю Украину вперед. Вашу думку почула. Дуже дякую за розмову. Хочу подякувати нашим глядачам за увагу. Нагадати, що сьогодні в програмі «Коментарі» говорили про результати рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 рік, який оприлюднив Кабмін України. Спілкувалися на цю тему із головою наглядової ради громадської спілки Фундація «Схід-Захід» Олександром Абрамовим. На все добре.